Поддерживать порядок и охранять государственные объекты, но уже в Чеченской республике, будут кировские полицейские. Больше 30 сотрудников отряда специального назначения в эти выходные отправились в командировку в Чечню. Проводить их в дорогу пришли жены с детьми и родители спецназовцев. Командировка в городе Грозный будет длиться 3 месяца. Домой солдаты вернутся только в середине декабря. Последний раз служить в Чечню кировчане уезжали 3 года назад. Между тем, в управлении исполнения наказаний отметили: отправлять в зоны боевых действий и на Украину спецназовцев не будут, так что близким не стоит беспокоиться за жизни командированных солдат. Обязанность такая наша. У меня еще маленький ребенок, я немножко побаиваюсь. Ну и что, все хорошо будет, вернемся. Конечно же, надолго будем ждать. Все равно волнение, переживания, как эти месяцы пройдут. Все-таки это же служба, это работа. Мы это понимаем и будем его поддерживать.